Трактирная стойка, столы, публика та же. За одним из столов Санчик Капрал. Видно, что беседуют они уже давно. Если Санчич держится, то Капрал уже не в силах поддерживать разговор. Лишь время от времени он поднимает голову и издает какой-нибудь звук. Иногда, впрочем, даже произносит целую фразу, не очень, правда, связанную с тем, что говорит Санчик. Санчик, все волшебники злые, их проделки. Дон, поэтому и огорчен так. Обратили принцессу в сельскую девку. Обратили ангела в черта. Министрель, в портовом городке Лоредо спят все собаки до обеда, и много лет обходят беды портовый городок Лоредо. Санчо погрузился он в раздумья, а потом сказал он речь, мол, мужьям благоразумным нужно все же себя беречь. Министрель, в портовом городке Лоредо читают все стихи Кеведа, и любит там сосед соседа в портовом городке Лоредо. Санчо, беги ты, Санчо, в горы, мол, нарви там поскорей травы мне, про которую писал один еврей. Министрель, в портовом городке Лоредо едят вареники по средам, и я когда-нибудь уеду в портовый городок Лоредо.